Как вам с нами не тяжело? Нет. Как нам с вами нелегко? Но мы не можем друг без друга. Мамы, дочери, любимые тещи, любовницы, все женщины, все хотят настоящего праздника хотя бы раз в году. Незабываемый подарок для прекрасной половины готовит Республиканский драмтеатр. Это музыкальный спектакль-концерт о женщинах в мире любви. Воедино в постановке сплетутся поэзии Серебряного века, музыкальные композиции на французском, необычные находки в актерской игре. Сюжет о том, что женщина всегда остается, как бы... Если ее не любить, она остается всегда одинокой. В спектакле задействованы звезды, обладатели золотых масок, заслуженные артисты республики, режиссеры, актеры из Минусинского драмтеатра, актерская школа которого известна не только за пределами Сибири, но и страны. Писать сценарий режиссеру помогала его супруга Елена. Для любой женщины постановка будет близка и понятна. Я не только помогала, потому что это все проверялось на мне. То есть он мог меня разбудить часа в два ночи и сказать: послушай, пожалуйста, что здесь получилось. За кулисы актрисы наносят необычный аквагрим. В праздничном спектакле хочется почувствовать себя больше, чем просто женщинами. Мы немножко образ на себя Коломбина такой одели. То есть фантазийный грим, что мы вроде как и женщина, а вроде как инфернальное нечто такое, флёр такой некий. Подарок дороже бриллиантов. Музыкальный спектакль – это эмоции, которые останутся в памяти на всю жизнь. В Абакане праздничная постановка «Весеннее настроение» будет всего один день – завтра. Билетов уже почти не осталось. После актеры повезут спектакль по отдаленным селам Таштыбского и Усть-Абаканского районов, чтобы каждая женщина республики почувствовала приближение весны. Тарбуров, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.